Здравствуйте, товарищи. Ну вот, путь начинается наш. Там за церковью станция Бешенцева. Теперь нам предстоит, не помню, 10 или 15 километров до Заринского тракта по этой дороге. А вот транспортное средство здесь. Палатка, спальник, матрас и лодка трехметровая. За спиной весла, приманки и тубус со спиннингами. Вот здесь такая сельская идиллия. Погода не подвела. Хорошо. Будем двигаться к намеченной цели. Какая красота! Ну вот, товарищи, еще раз здравствуйте. Прибыли мы на место. Сейчас я вам покажу примерно размер упакованного рыбы. Я уже достал из белого рюкзака. Вот так примерно выглядит в сборе лодка. Ее выпускает один мастер в Красноярске. Посмотрим. Значит, смотрите, сборка. В комплекте была лодка, весло, несколько герм. Вот такое сиденье надувное. В принципе, все здесь задумано так, для облегчения для тех, кто ходит пешком. Ну или как так, как я, на велосипеде. Вплоть до того, что даже клапана сделаны по типу бутылочного горлышка. Максимально легкие. Насос, мешок насос, название лодки Иволга, удлиненная. Среди я состою в сообществе Алтайского рыболовного клуба. Ну, среди тех, кого я знаю из рыбаков, я еще пока покрафтов ни у кого не видел здесь, на Алтае. Ну, возможно, я чего-то не знаю. Довольно специфичный, узконаправленный
раздел лодочный. Именно для тех, кто пешком ходит или передвигается на велосипеде. Сделана она не из ПВХ, а из ППУ. Материал, который легче, чем по ПВХ. Ну, это дает дополнительный выигрыш в плане веса. С веслом, с двумя мешками, с своим комплектом и с сиденьем и в упаковке. Такой достаточно трудоемкий процесс, но относительно недолго.
ветерок дует, гораздо проще мешок с воздухом наполнять, немного ртом помогает. Как рекомендует производитель, чтобы добавить еще немного давления в баллон, нужно еще докачивать ртом. Кстати, Сергей, если вдруг смотришь, спасибо тебе за изделие. Привет, Красноярск. Как я уже говорил, сама лодка очень легкая. Вот я ее могу двумя пальцами поднять, одним пальцем поднять. Что тут еще? Какие особенности? Вот. Когда на лодке идешь, эта часть погружена в воду, она придает стабильности при гребле, не позволяет лодке рыскать в разные стороны. Вот. Значит, здесь для сидения предусмотрены вот такие, вот такой крепеж. Тоже сиденье оснащено вот такими отверстиями с веревкой. Ну, можно его закрепить, зафиксировать в одном положении лодки. Велосипед в этот раз поедет в лодке. Во-первых, нужно попробовать передвигаться с велосипедом. Во-вторых, ну, несмотря на то, что это платный водоем, все равно я бы не оставлял это средство передвижения без присмотра надолго. Вот так. Сейчас будем закрепим его, пойдем пробовать.
Ну, первый окун пойман. Прошу обратить внимание, что мне велосипеду, приманкам, спиннингам, в принципе, места хватает. Даже при желании можно ноги вытянуть. Thank you.
Сейчас покажу, как. Лодка собирается. Есть ряд особенностей. Вот она просто так воздух не спускает. Нужно мембрану открыть. Поэтому брать отсюда воздух достаточно проблематично. Воздух выпущен, основной. Сейчас еще повторюсь, как рекомендует производитель. Для наибольшей компактности открываем мембрану клапана. Удерживаем за счет веревки. Здесь помогаем рукой воздуху, чтобы он выходил. Часть воздуха вышла. Теперь нам нужно оставшийся воздух убрать при помощи рта. Процедура не очень простая, но в принципе ничего сложного. Занимает несколько минут. Теперь важно, насколько я понял, максимально расправить складки. Нужно материал баллона спрятать за пределы дна. Дно армированное. И материал баллона более так скажем нежен. При транспортировке бывают разные неприятный случай, может повредиться, в первую очередь повредится, конечно, баллон. Поэтому мы его прячем, сворачиваем таким образом, чтобы он не выступал за края.
Ну вот теперь можно приступать к сворачиванию. Даже можно еще попытаться лишний воздух убрать в момент скручивания. Это примерно вот так визуально. Хвостовой частью. Да, вот сейчас заметно, что воздух еще есть немного. Но в последующем удалим отсюда. При помощи щалки мы потом завяжем свертик. Опять же, по подсказке производителя и по обучающему видео, которое в интернете есть, рекомендовано сворачивать ее вот такими сегментами, а не в круг. Получается более компактно. Еще воздух выпустить. Да, вот он выходит. Лодка состоит из двух баллонов. Что важно для безопасности в случае нештатной ситуации на воде. Насколько я знаю, изучая рынок, я понял, что большинство покрафтов, которые у нас в стране изготавливаются, делаются моно-баллонными. Thank you.
Вот, пожалуйста. Трехметровое плавсредство. Ну, это я даже мечтать не мог. Несколько, да, пару лет я выбирал себе лодку, чтобы можно было передвигаться без автомобиля. И вот в лице красноярского мастера нашелся производитель, который дал мне такую возможность, чему я рад.